Вот это самая опасная горка, оттуда дети вылетают, зимой, когда даже катаются, можно сломать и ноги, и руки тут переломать. Эта горка внушает страх практически всем жителям окрестных домов. Сконструирована она была еще тогда, когда требования к безопасности детских игровых конструкций были несколько иными. Местные мальчишки, невзирая на опасения родителей, то и дело скатываются с нее. Однако и они отмечают, горка это не для слабонервных. Когда катаешься, эти штуки мешают, и за эти штуки мозоль. Боюсь кататься на эту горку, страшно. Как вы считаете, вот на таких вот качелях, как скрипучих, с дырками, как можно сюда малышей сажать, как кататься можно на них? На этой площадке мамы, увидев, как их малыш взбирается на очередную горку, не тянутся за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть момент, а кидаются вдогонку, дабы обезопасить свое чадо. С этой горки упал мой ребенок спиной, был весь в ушибах, очень переживали мы. В том году у меня есть ребенок упал с качели. Сломали мы ногу себе, лежали месяц в больнице. Эта качель давно уже на металлолом пора. Здесь невозможно дети вообще гулять. Очень боюсь за своих детей и за чужих тоже. Вот какое у нас безобразие. Вот это все вылетает, дети падают, мы потом обратно ставим. Люди утверждают, что несколько лет подряд они обращаются к жилищникам с просьбой реконструировать их площадку. Однако пока им приходится довольствоваться старыми игровыми конструкциями. Эта площадка словно из прибаутки про трудное детство. Здесь мы обнаружили еще и вот такой экспонат. Неприкрепленные тяжеленные качели. Страшно подумать, что будет, если они на кого-нибудь упадут. В управляющей компании Московского района рассказали, что дворовые площадки обновляют. Однако не все сразу. При поиске денег на приобретение новых игровых конструкций жилищники проявляют изобретательность. К примеру, недавно в некоторых дворах района появились отдельные мусорные контейнеры для полиэтиленовых бутылок. Мы эти PET-бутылки утилизируем. Деньги, полученные от утилизации именно PET-бутылок, пойдут на приобретение малых архитектурных форм именно для домов, где стоят эти контейнера. Сейчас как раз рассматривается вопрос по поводу обновления малых архитектурных форм именно на этой площадке с современным оборудованием. Кстати, опасные качели жилищники пообещали прикрепить сегодня же. Светлана Белова, Альфред Камилевский, эфир 24.